Ну что ж, друзья, рубрика «Фитнес с удовольствием» продолжает свое вещание для вас. И вот он, новый, полезный, умный и такой необходимый лот. Это антицеллюлитный массажер «Омассаж» BM505. Мы всегда стараемся для вас выбрать не только действенные приборы, но и, разумеется, полезные и по доступным ценам. Цена премьеры 1150 рублей, действовать она будет пару дней, поэтому нужно ловить этот момент прямо сейчас. Жень, все мы знаем, что такое целлюлит, что это апельсиновая корка, что это некрасиво, неэстетично, что это нездоровое проявление человеческой кожи. А вот все-таки как с ним бороться? С ним можно бороться, и как раз данный массажерчик нам в этом поможет. Так, за счет так. своих шариковых насадочек. Угу. И второй насадки, которая у нас называется роликовая. Да. Да, Жень, ты абсолютно прав. Здесь две насадки в комплекте. Но все-таки расскажи подробнее, для каких именно участков нашего тела какую насадку использовать? Шариковую насадочку я все-таки рекомендую для проблемных зон. Зоны так. живота, зоны угу. ножек, угу. бедер. И я так понимаю, если еще целлюлит не в запущенной стадии, вот тогда этой насадкой пользоваться, совершенно правильно? Совершенно верно, да. Угу. А что, если уже проблема нас настолько раздражает, что мы буквально жить с ней не можем, тогда какую насадку использовать? Тогда мы выбираем более... Так, а что ты делаешь? Ты, получается, сейчас... вытащил предыдущую? Да, очень все легко. Так просто! Ой-ой-ой, мне это уже нравится. Ну, давай поместим другую насадку, о которой мы начали говорить, которая для сложного, для запущенного случая. Давай ее поставим туда. Так, вот, таким же легким движением да, ты помещаешь насадку на тело нашего самого массажера, и что делать дальше? Нужно как-то его включить? Совершенно верно. Так. Очень удобное преимущество в том, что под пальцем у нас находится провод, который идет к сети, и так. маленькое включение-выключение, соответственно, вот тут у вас есть режимчики несколько. Угу. Жень, ну это очень понятно. Я вот прямо сейчас вам покажу, чтобы вы понимали, что делать. Смотрите. Вот я включаю, и вот регулирую уровень мощности. Да, действительно, все очень просто. Жень, мы об этом начали говорить, теперь более подробно поясни. Значит, два уровня. Какой выбрать? С чего начать уход за собой? С минимального уровня достаточно для того, чтобы уже получить первый вариант, а потом, первый результат, а уже потом мы переключаем на более мощный. Ну вот, тут два. Да, я поняла. Начинаем с минимального и максимум. Жень, так. Сейчас это не вращается, создают массаж. Ну, Жень, давай все-таки обратим внимание на нашу прекрасную Сашу, которая сейчас активно работает над зоной своих бедер. Вот ты говорил о том, что существуют такие запущенные случаи. Мне кажется, они проявляются как раз на зоне наших бедер. Я права? Это как раз, да, для этого массажер и создан, для того, чтобы мы проработали вот эти все наши проблемные зоны. И вот именно нужно делать это насадкой с роликами. Именно роликов, да, которые я поместил. Ты так подробно рассказывал. Здорово! Мне кажется, наша модель довольна сейчас собой, потому что понимает, что она занимается качественным, почти профессиональным массажем. И главное, не отвлекаясь от какого-то другого дела. Она может спокойно продолжать, допустим, с подружкой разговаривать по телефону. Либо книжку читать. Это же так удобно. А мы всегда тратим деньги, лишние деньги, такие нужные нам деньги, на походы к массажисту. Зачем, когда делать этого не надо, друзья, звоните прямо сейчас и приобретайте свой компактный, универсальный антицеллюлитный массажер Омассаж BM505. Вот что мне еще нравится, так это съемные насадки, которые вы получаете в комплекте. Я еще раз напоминаю, здесь два вида насадок. Их удобно снимать, удобно мыть, если вы их используете. Вот, кстати, об этом, Жень, поясни, если я попользовалась своим массажером, как мне потом ухаживать за насадкой? Просто протереть, допустим, просто салфеткой? Просто протереть обычной салфеточкой. Можно с кремом даже работать. И просто это протираешь, что и здесь очень удобно. То есть нанести на себя крем, а потом пройтись массажером? Два раза эффективнее будет эффект. Здорово, мне это уже нравится. Цена премьеры 1150 рублей. И звонить нужно прямо сейчас. Потому что мы всегда получаем исключительно лимитированные серии таких массажеров. Мы знаем, что вы их обожаете. А стало быть, если настроились, нужно позвонить прямо сейчас по номеру телефона, который видите на экране. И все, целлюлит теперь в прошлом. В вашем настоящем только светлое, а главное здоровое будущее. Вот все-таки я предлагаю звонить прямо
прямо сейчас, не выходя из дома. Нужно лишь только назвать номер лота опытным специалистам нашего колл-центра. Я прямо сейчас хочу еще раз вам показать, что вы получаете в комплекте. Это сам антицеллюлитный массажер, адаптер к нему и, разумеется, два типа насадок, которые прилагаются с инструкцией по применению. Жень, вот еще раз покажи, еще раз поясни, для чего каждая насадка по зонам? Шариковая насадочка у нас для обычного массажа, то есть классический массаж мы получаем. И насадочка роликовая у нас уже для более глубокого массажа, для борьбы с целлюлитом. Угу. Я хочу обратить внимание на то, что наша модель сейчас активно занимается зоной своего подбородка. А вот и правильно, все-таки наличие второго подбородка лучше предупредить, чем потом с ним бороться. Вот как раз с использованием насадки под названием «шариковая» можно добиться быстрого эффекта, а главное, не выходя из дома. Я всегда еще выступаю за то, чтобы такие умные приборы были компактными. Вот расскажи, пожалуйста, Жене, сколько он примерно весит и каковы его габариты? Ну, в среднем у него где-то 100 грамм, 120. Да, где-то 100 грамм. То есть он абсолютно легкий, ты его даже не почувствуешь его при эксплуатации в сумочке. Даже очень удобный, очень удобно. Не занимает действительно небольшие размеры и очень легкий. Помещается в ладошку, вот, продемонстрирует. Точно. В карман, если при желании, может засунуть. Да, это очень удобно, когда любимый твой массажер еще и много места не занимает. Посмотрите, наша модель активно занимается зоной своего предплечья, да. Я так понимаю, да, Жень? Совершенно верно. И вот что сейчас происходит с ее кожей, с ее мышцами? Кожа подтягивается, кожа омолаживается, уходят проблемные зоны. То есть мы видим, как хорошо работают шариковые массажеры. Просто фантастика. Мне так нравится. Я так за нее рада. И себе, мне кажется, тоже обязательно под Новый год приобрету да, кстати, вот такого помощника. Подарок. Кстати, да, Жень, ты абсолютно прав. Мы часто не знаем, что подарить коллегам на работе. Вот, мне кажется, антицеллюлитный массажер под названием O-Massage BM505 – это лучший подарок. По приятной цене 1150 рублей. Это цена премьеры, которая будет действовать только пару дней.